И всем привет, с вами Низерамос, мы продолжаем проходить Siphon Filter. Собственно, Siphon Filter, хотел еще что-то добавить. Ха, нашелся тоже мне, умник. Так вот, в прошлой серии мы с вами немножко даже в стелс играли. Так. Ну, в общем, Арамов держит в заложниках Фагана где-то на высадке динозавров. Ну и они там что-то говорят о сайфофильтре. Так, и оба из них имеют необходимую нам информацию. Нужно не дать Арамов убить Фагана, но не убивая ее. Ты чё, охренел, что ли, мужик? Ты в кого стреляешь? Не понял, просто в кого он стрелял, наверное. Это всю прелесть этого дробовика портят враги в бронежилетах. Дебилы такие. Так, а мне вообще куда? Я вот не помню, мне надо тут что-то тыкнуть или нет? Эту штуку, например. Или одну из этих штук. Нет, так нет, чего уж. Ага, отсюда я, видимо, пришел. Шкафчики. О! К3, Г4. Это еще что за зверь? Пуль немного. Ну, проверим действие. Что ем-то за зверь такой? Опа. But I can't find anything in the blueprints that show a way down. I'll improvise. Так, вот мы, собственно, в заставке в первой серии мы видели вот этот зал, правда, тут народ полно было, а сейчас уже ни хрена. Очередями стреляет. Да, и нам нужно просто сделать вот так. Что ж, не предупредишь, что вы здесь без этих ходите. Так, мы куда шли? Ага, нам сюда надо. Ох ты, нихрена себе вы. Куда ж вы такие бешеные-то, мужики? Ну чё вы? Ага, тебя надо убить. Так, мне твой броник нужен. Я могу, конечно, броник пробить. Я и так уже там полброника снял с него. Но хочется хотя бы остаток получить. Это он так стреляет, что ли, как 45-й по звуку? Охренеть. О, мы даже карту нашли. А, он тоже в нас с боевого дробаша стрелял. Дебилушка такая. О, смотрите, еще броник. Замечательно. Да, часть здоровья потеряли. Удивительно, что я выжил вообще. Так, ага. Карта у нас, на самом деле, выглядит довольно маленькой. По факту она немножко больше. Ты чё? А, динозавр такой стоит. Да, и, по-моему, тут тоже потасовочка будет небольшая. А, не сзади? Нет? Да вы охренели, и сзади, и спереди, со всех 30 сторон. Ага.
Чё ж вы портите мне впечатление от этой пушки? Дали мощную пушку, которая убивает всех с одного удара, как-то без бронежилета. И дает мне врагов в бронежилетах. Охренели совсем. Жестокие люди. Это просто жестокие люди. Эта пушка мне на самом деле как-то не очень нравится. У нее довольно низкая скорострельность. Ну, давайте уж потратим ее. В аквариуме. Мы прошли через аквариум. Супер. Tell me where the virus labs are. I don't know. Tell me, or I will kill you. There goes Fagin. Is Mara still alive? Yes. Now to get some answers. Hurry. More security is on its way. Мы нейтрализовали эту Рамову. Ей там не очень хорошо, судя по звукам. Так, динозавр, я по тебе пройдусь, ты не против, мужик? Естественно. Да кувыркайся ты. Мне нужно понять, куда мне стоит пойти. Так, отлично. Готово. Чё охренел? Козлят. Маленькие козленки. Так, ну Логан, ну запрыгивай ты на этого лося динозаврового. Паньки. Так, теперь динозавр, я по тебе пройдусь, не против? Отлично. Не против, мужик. Свой человек. Этот ваш динозавр. Leon, send in an evac. We'll have to patch her up before we can get any information out of her. Copy. On their way. Вот и прошли миссию. Довольно простенько, на самом деле. О-о-о, вот это уже совершенно другая миссия. И, пожалуй, я думаю, мы на этом закончим эту серию. Она будет такая короткая. Выйдет, я думаю, в тот же день, что и предыдущая. А на этом я благодарю всех за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч в следующих видео.